Здравствуйте, дорогие друзья! И сейчас у нас небольшой видеоролик про темные спайдеры. У Анны Борисовны в этом году много темных спайдеров, потому что мама... Мама очень плодовитая. Плодовитая, принимала любую пыльцу, благодарна была, завязывала много-много коробочек. А в результате, когда начали открываться, мы смотрим, у нее 95% гены, мама, чистая мама. Ну, не чистая мама, но большая часть. Но просматривается, часть. Просматривается, не тоже просматривается. А прям видно, прям да? Видно, да. Уже не скажешь, что это чужой ребенок. Ну, у некоторых есть лепестки пошире, у некоторых поуже. Вот ты сейчас видишь, где держишь их. А вот этот у нас победил. Ну, правда, мы его крутили-крутили, чтобы правильный ракурс взять. И случайно. И сломали случайно. Придется в руках держать. А так вот на высоком цветоносе. И вот эти вот меня интересуют, вот это вот черный вот здесь вот отметины, вот где глаз, черный отметины. И очень хорошо смотрится на вот это кофейно-красном фоне. Цветок большой, крупный, и цветонос у него прям такой высокий. Очень хорошо смотрится. Идешь, когда к лилейникам, да, вот так прям вот был, этот вот кусочек, вот был, где да, растут вот сеянцы вот этой мамы, да. Прям и... хорошо сдалека видно, они там вот так через один такие тух-тух-тух, такие темные, красивые. Такая рослые. Большая семья прям в одном месте, да, да. И все похожи. Все как гренадеры, да. Рослые, большие такие. Это... Вот они все братья. Угу. Да. Такая большая семья, как ваша, Анна Борисовна. Да? Кто не знает, у Анны Борисовны 8 братьев и сестричек. Их 9 детей в семье. И сейчас такие, конечно, большие семьи, уже большая редкость. Ну, наши родители прямо герои. Герои, да, кстати, 9 детей. И все дети. Но и все похожи. Вот как этот сорт, так, Анна Борисовна, все ваши братья и сестры похожи между собой. Вот прослеживается у вас семья. Вот такая общая нить. Такая, да, общая нить, как у вот этих. Такие же устойчивые. Да, такие же устойчивые к крови, как вот этот. Вот этот сорт, да, который... Да, это у нас 1836. Да, 1836, да. Помню. Который дал мне легче. Много вот таких темных спайдеров, полуспайдеров, да, вот такие сорта. А сегодня мы возьмем призматический лилейник. И будем вот такой. И будем эти темные все опылять вот таким призматическим. Таким или подобным. Но, в общем, суть в том, что возьмем призматики и опылим все вот эти темные спайдеры. Они до этого тоже были ими опылены. Да, мы да, хотим вытащить. Еще раз опылим. Еще раз опылим. Да, добавим еще раз призматической крови. Хотим вытащить наружу призматический глаз, да, да, призматический кров, который у них есть, да, чтобы наследовал вот эту высоту, вот эту ну, цвет такой темный, темный глаз. Ну, короче говоря, много ожиданий, но посмотрим, что будет. Угу. Но смотрится очень ярко, и цвет такой чистый-чистый прям. И устойчивый. И устойчивый. Видишь, да, устойчивый. Самое главное для нас устойчивость. Мы сегодня покажем с вами и неустойчивых. Но... Да. До встречи, дорогие друзья. Ждем теперь опыления. А через 2 года деток, этих деток. Покажем уже, да. Будем надеяться, что у нас все получится.